концерт, и они с Тамарой были у меня на концерте. Они меня проводили в гостиницу, и под утро я проснулся от чего, что моя кровать едет к балкону. Ну, я думаю, надо завязывать с выпивкой. Вдруг звонок. Я беру трубку, Муслим говорит: «Володя, что ты сейчас делаешь?» Я говорю: «Я еду к балкону на кровать». Он говорит: «Ты не волнуйся, у нас небольшое землетрясение. Зайди в комнату, в туалет, в ванну. Это железобетонный блок. Это менее опасно, чем сидеть в комнате. И я тебе перезвоню, когда будет отбой». И он мне перезвонил: «Алло, Володя, отбой». Я единственный, кто не выскочил на улицу, потому что меня предупредил Муслим. Вот, и я пробыл в номере.